Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Привет. Давно не встречались мы во влогах, давно не было у нас вот таких прогулок в солнечный день. То гроза, то снег, то все сразу вместе, кто смотрел. Кто Лешек работает. Последнее видео. В общем, сегодня мы собрались. Я сегодня вам покажу еще раз выход, так скажем, возле озера в Дворцовском пруду. Вернее, Дворцовский, как он называется? Пруд, да? Да. Возле Шереметьевской усадьбы или усадьбы Шереметьево мы направляемся туда. Это парк Кусково. У нас сегодня голубое-голубое небо. Ну и я, конечно же, в своем голубом прикиде, в платье, которое я назвала «Северное сияние». Вы меня спрашивали, куда носить это платье из Альпаки. Вот, как бы оно теплое, оно у вас... Ну, оно у меня трансформер, если что, я вам демонстрирую, что такое трансформер. И вылезти в мою шаль, потерянную во времени, как нельзя, кстати, сюда. Подошла. А вот там вот рюкзачки, еще много чего. Да, там еще эта же шаль, но уже с махером. Кто не знает, о чем я говорю, у меня есть две шали, которые я одну связала из полухлопка, она сейчас на мне. Это шаль, потерянная во времени, вот из Flowers. Flowers, не Flowers, как вы меня поправляли, а Flowers, так называется это турецкая пряжа, правильно. И вторая пряжа, которую я повторила, этот же градиент, но своими подручными ниточками, это шелковый блеск, увы, снят с производства. В общем, кому интересно, оставайтесь. Будет, я думаю, мы зажгем сегодня, потому что солнечный день, настроение просто на высшем градусе. Сейчас покажу вам новую достопримечательность, которая появилась у нас после зимы. Всю зиму делали, но сделали хорошо. Сейчас я переключусь на фронтальную камеру, и вы все увидите. Ну, а дальше будет парк Кусково и все, что связано с ним. Так что не переключайтесь. Не все, парк большой, это она лукавит. Чтобы обойти, нужно очень много времени. Я говорю, что все, что связано с парком, эта прогулка будет в этом ролике. Ролик, конечно, Лешек умеет все передернуть, но я как бы привыкла к его этим особенностям и особо не обращаю на это внимания. Итак, давайте пройдем вместе. Итак, друзья, показываю издалека, что здесь у нас понастроили. В таком, я бы сказала, готическом стиле. Я думаю, что такой стиль довольно-таки часто присутствует в Праге. Хотя я там не была, но по видео можно сделать вывод. Вот построили вот такой интересный, ну, я не знаю, мини-маркет в таком стиле. Здесь вот стояли, вот где стоит Лешек, здесь стояли раньше строительные палатки. Вот это переход, откуда мы пришли. Здесь все убрали, положили вот такую плитку и построили вот такой интересный магазин. Ну, красиво, красиво, честно говоря, мне нравится. Но мое внимание привлекли вот эти цветочки. Посмотрите, как же красиво это смотрится. Народ вывалил на улицу, потому что действительно очень хорошо, солнечно. В общем, настроение прекрасное. Сейчас подойдем и рассмотрим, что же это за цветы. Посмотрите, какая красота. Да, конечно, здесь шумно, но стоит задержаться, чтобы посмотреть. Я думаю, что это нарциссы. Я не цветовод, этого у меня нет. Но вот такие клумбочки, посмотрите, как красиво. Я не знаю, то ли их сейчас посадили, то ли их сажали весной, и они все вот так вот вылезли. У меня такое впечатление, что их посадили вот буквально на днях. Смотрите, какая красота. Ну, очень красиво. Там Лешек уже приземлил свою пятую точку. Ну, а я вам здесь вот немножечко так медленно поснимаю эту красоту, как это смотрится красиво.
И там скамеечки, мы можем присесть, даже попить чайку. Обычно у нас здесь не было привала, потому что не было этих скамеек, не было этой красоты. Смотрите, даже столбы вот в таком красивом обрамлении. Ну, красота, ну могут же сделать. Это не столб, а фонарик. Вечером здесь вообще, наверное, будет очень красиво. Солнышко вот прям в зените. И вот такой столб. Я не знаю, когда мы будем возвращаться домой, может быть, уже стемнеет, и эти фонарики зажгутся. И я тогда, конечно же, вам покажу эту всю красоту. Ну, очень хорошо все продумано. Посмотрите, как же все хорошо. Ну, вот он, Лешек, улыбу давит. Вот такая туя здесь посажена. Да, это, скорее всего, посадили вот буквально прямо на днях. Молодцы, друзья. Ну, когда хорошо, почему бы об этом не рассказать? Ну, правда, душа радуется, душа ликует. Вот такие новенькие, резные, кованые скамеечки. Смотрите, какая красота. Лёшек на скамеечке отдыхает. Лёшек на скамеечке. Ну, вот прям буквально, мне кажется, неделю назад это все здесь поставили. Здесь вот опять... вот эта клумбочка. Так что теперь по дороге в парк Кусково мы можем прямо вот здесь вот присесть, попить чайку, сделать привал. Может быть, даже зайдем в этот магазин. Кстати, они, наверное, открылись. И посмотрим, что же там продают. Но то, что внешне мне нравится, я не знаю, какие там цены. На обратном пути зайдем, да? Вот посмотрите, вот такие красивые часы, которые, кстати, показывают точное время. Вот, засекайте, сейчас, значит, 15 минут второго. Где-то через минут 10 мы будем в парке Кусково. Ой, ну красота красивая, очень красивая. Я очень рада, что это сделали. Ну все здесь хорошо. Смотрите, какие здесь вот такие ажурные. Я даже не знаю, как это назвать. Я не архитектор. Но вот такая нарядная панель. Не знаю, вам, наверное, не видно. Вот, вот сейчас. Посмотрите, какая красота. Это вот этот магазин. Вы посмотрите на урну. Это произведение искусства. Я считаю, что это произведение искусства. Очень красиво. Как бы кто-нибудь себе на дачу не спионерил, правда? Вот такая вот ваза. Ну, красиво, друзья, очень красиво. Это все сделано, я думаю, ну вот буквально за неделю. Зимой мы еще ходили, смотрели, что здесь все строится. А сейчас вот такая красота. Смотрите, какая башня. Лёша меня все ждет. Все-таки пойдешь? Все-таки решил зайти. Друзья, давайте зайдем, посмотрим вовнутрь, что же там вообще такое. Красивая. Это прямо рынок. Боже, пахнет свежестью, пахнет чистотой. Ну классно. Кондитерские изделия. Вот, пожалуйста. Классно. Колбаса. Он такой, знаете, вот если вы дома что-то забыли для пикника, наверняка это все было продумано. Класс. Ой, ну вообще, произведение искусства. А вот посмотрите на это, на вот эту крюшку. Ну как же такой натюрморт, да? Ну красота красивая. Ну ведь могут же, когда захотят. Очень красиво. Ой, а вот эта корзина, смотрите. Я не знаю, настоящая это капуста или не настоящая, но выглядит
очень даже. Я думаю, что не настоящая. Классно. Приятно зайти, приятно посмотреть. Не знаю, что по ценам. Вот, пожалуйста, вам пиво купили рыбу. Вяленая вобла 550 рублей килограмм. Скумбрия здесь, горбуш, кореш, окунь, все, пожалуйста, все для вас. Все новенькая, чистота, порядок. Друзья, я восхищена. Просто восхищена. Опять вот эта шедевральная угна. И вот она коровка. Ну, это символ года. Ой, ну красота красивая. Очень красивая. Я в восхищении. Под старину. В общем, друзья, красота. Ну, давайте покажу себя в этом красивом магазине. В общем, на обратном пути, может быть, зайдем, что-то купим. Здесь орешки, а здесь сладости. Здесь мед. Что-то Лешек там спрашивает. Спрашивает про мед. Я почему? Кафе здесь стоит, еще острые мобильники и Белореченск. Ну, пока Лешек тут беседует, я пройдусь немножко дальше, покажу вам. Здесь овощи. То есть, если вы что-то забыли дома, как мы обычно берем всегда все с собой, ну, все свое носим с собой, но если вдруг что-то забыли, всегда можно здесь докупить. То есть, те же самые фрукты, ту же пиво взять для хорошего настроения, ту же облачку. В общем, конечно же, все для нас. Очень классно. Так что, москвичи, кто не знает об этом магазинчике, зайдите, посмотрите. Я думаю, что вам понравится. Я в восхищении. Сейчас покажу вот крышу. Даже вот эти металлические перекрытия очень красиво смотрятся. Вот такие фрукты. Все ломится. Класс. Такие красивые резные ручки. Хочу уже переключаться. Не знаю, увидите. А, здесь свет падает не в ту сторону. В общем, не увидите. Ну, как-нибудь покажу. В общем, поверьте, все резное, все металлическое, кованое. Красиво. Вот такая витрина. Написано «Овощ». Класс. В общем, настроение опять поднялось. Но нам нужно двигаться дальше. Мы идем в парк Пскова. Давно я там не была. Посмотрим, что же там. Я, конечно же, вам все покажу. Друзья, мы вышли из магазина. И уже хотела включиться в парке Пскова, но не могла не включиться. Посмотрите, это уже inside, outside, как бы так. То есть то, что за магазином, outside. Вот я не знаю, здесь какие-то палаточки вот такие стоят. Ну, очень красиво. Посмотрите, какая здесь крыша. Посмотрите, какие вот эти вот башенки. Все усажено цветами. И в этих палатках пока ничего нет. Может быть, это будут еще какие-то дополнительные, типа рыночка. Но это магазин-рынок. Я думала, что это магазин. Хотя да, какая разница, магазин, рынок. Открылись они недавно, еще висят вот такие шарики, связанные с открытием. Ну, в общем, мне пока все нравится. Я думаю, что вот на этих ступенечках там есть площадка. Скорее всего, поставят столики, где можно будет попить кофейку, съесть какую-нибудь пироженку. Ну, в общем, немножко расслабиться. А вот сейчас я вам покажу вот это, представляете, это мусорка. Вот это мусорка. Обратите внимание, что это там хранятся остатки производства. В общем, мусор. Вы посмотрите на это красивое
обрамление. Итак, друзья, мы продолжаем свое путешествие. Вот так вот выглядит задний двор усадьбы Шереметьево. Ой, я, наверное, быстро иду. Или у меня стабилизатор плохо работает. В том году эту усадьбу реконструировали. Мы еще не были внутри. Вот. И нам сейчас направо. И чуть-чуть пройти, и уже придем со стороны, войдем в парк со стороны пруда. Конечно же, там сядем на скамеечку, попьем чайку. Ну, вот так вот выглядит эта усадьба. Как Лешек мне подсказал, это задний двор. Здесь еще вот по краям лежит снег. Совсем немного. Практически снег растаял. Но вы уже видели, какая погода была 8 апреля 2021 года, как все поменялось. Так что это еще возможно возвратиться. Вот так вот тянется эта усадьба. Вот влево. Там есть часовня. И вот так вот вправо. Сейчас мы повернем направо и пойдем еще немножечко по парку. Вот по этой тропинке, куда я вам сейчас показываю. И дальше, если будет интересно, я включусь. Друзья, столько народу вывалило. Прям очень много. Там женщина вот рабочая, которые убирают остатки льда на дорогах. Ну, так скажем, помогают весне прийти. Вот, это уже, наверное, последний лед. Если будет снег, я думаю, что он быстро растает. Вот пошел работник. Вот. Ну, и мы идем в парк Кусково. Я не знаю, слышно вам или нет. Так поют птицы. Сейчас помолчу, послушайте, просто послушайте. Белочка, да? А, сейчас я ее сниму. Друзья, приземлились мы на 5-й точке. Решили сесть напротив солнышка, потому что с другой стороны тень. И, конечно же, в тени еще холодно, причем дует такой ветер. Конечно, он не такой холодный, как мы были вот с Лешиком, попали и в грозу, и в снег. В общем, наслаждаемся, пьем чай. Что мне дождь, что мне зной, что мне дождик проливной, что когда лед, не важно, главное, Аленка. А вот, в общем, сидим, отдыхаем. Хотели сходить в усадьбу Кусково, но там что-то какая-то заморочка. Живого кассира уволили, который продает билеты по 50 рублей. Сделали с этой пандемией все в онлайн. Ну, короче, мы там разбирались, как эти билеты купить в онлайн. Лешек сказал, нет, я это все сделаю дома, оплатим эти билеты дома. А сейчас давай наслаждаться солнечным деньком, солнечной погодой. Ну и, в общем, мы решили приземлиться, взяли с собой чай и решили вот так вот порелаксировать напротив солнышка. Я вот снимаю, а я вообще не вижу, что я снимаю. Вообще ничего не вижу. Такое солнце. Так, классно. Травы, конечно, еще зеленой нет. Нет, посмотри, вот уже пробивается. Вот. Ну, короче, сидим, релаксируем и наслаждаемся сегодняшним солнечным деньком. Решила показать вам вот такой натюрморт. Извините, тут наши ноги сразу рядом. В общем, мы приземлились на окантовке пруда. Вот она вся вот такая забетонированная. И она служит нам вот таким импровизированным столом. Чай там у меня. Я немножко его ногой подфутболила. Яблочко. Зефир
Шармель – это для Лешика. А у меня вот здесь я стала заменять себе сладости рис с одной ложечкой варенья. Вот биловское варенье, в данном случае абрикосовое. Лешик мне сварил рисовую кашу, добавил туда ложечку этого варенья. И это будет мой десерт. Хочу сказать, что с 23 февраля я прекратила употреблять сладости в виде плюшек, булочек, конфет, мороженого и так далее. Да, результат есть. Я думаю, вы заметили по моим видео, где я демонстрирую свои работы. Конечно, он еще небольшой. Большой-большой, я это уже ощущаю. Как говорится, курочка клюет по зернышку. В общем, будем сбрасывать вес такими мелкими шажками. Говорят, это даже полезно. И я особо не стремлюсь, чтобы так вот резко все сбросить. Но результат я уже чувствую. Уже чувствую его. Во-первых, мне стало легче наклоняться, мне стало легче ходить. И я почувствовала какую-то свободу в своих вещах. В общем, стройнеем дальше.
Друзья, мы возвращаемся домой, и я решила просто переключиться, чтобы вы послушали пение птиц. Вот просто я ничего не буду говорить, вы просто это послушайте. Сейчас проедет электричка, и вся эта прелесть возвратится. Все пробуждается. Это просто релакс. Лучшего просто нет. Ну вот, друзья, возвращаемся мы домой. Показываю вам еще раз усадьбу графа Шереметьева. Вот так вот она выглядит с заднего двора. Получили мы колоссальное удовольствие, понежились на солнышке, попили чайку. Люди возвращаются домой в этом парке. В этот парк приезжают много на машинах, ну а потом, соответственно, назад уезжают. Вот. Ну, мы идем пешком. Это где-то 3 километра от нас находится этот парк. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Еще будет много таких прогулок, много демонстраций. Будем гулять, будем вязать, будем жить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всех обнимаю, всех
люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.